какие у коронавируса симптомы? Температура, кашель, слабость, потливость. Высокая температура. И все? Ну, наверное, не знаю больше, что еще. Ну, то есть только высокая... Ну, недомогание, да. Скажите, а каким-то образом вот вы профилактику проводите у себя в семье, допустим, или среди ваших знакомых, может, кто-то проводит? Ну, мы, как всегда, моем тщательно руки, проветриваем влажную уборку дома. Ну и здоровый образ жизни вести нужно. Ну, какие-то маски одевать, а как-то не посещать это место, где большое количество вот, народу скапливается, вокзалы, аэродромы, базар, ну где вот народ. Серьезно. А вы какие-то профилактические меры проводите? Конечно, как все, руки мою. Может быть, кто-то из ваших родственников или знакомых собирался за границу куда-то поехать, а пришлось планы скорректировать? Есть такие? Есть. Мой муж собирался в Таиланд, но сейчас не поехал. А дети ездили, приехали, нормально все. Если вот вас на карантин или вашу семью посадят, как к этому отнесетесь? Покормить кто будет нас? Вот если предприятие закроют, тогда я понимаю, с компенсацией. А когда, если человеку не на что будет жить, ему как в карантин сесть? Государство пусть решает эти проблемы. Если скажут, что нужно на карантин, вот всей семье и там соседям, всем остальным, как отнесетесь? Ну как, если мы заболеем, естественно, надо. Нет, а если не заболеете, чтобы не заболеть? Сидеть дома. Отнесусь отрицательно, я пойду все равно, куда мне нужно. Паники нету, но все-таки какая-то настороженность все-таки есть. Она когда быстро расходится, вот весь этот вирус. Ну и не хотелось бы, чтобы он дошел до нас. А вы что делаете? Какие-то меры профилактики? Никаких. Живу просто и все.